Здравствуйте, дорогие друзья, любители цитрусовых растений. Сегодня я хочу рассказать о своем эксперименте по пересадке лимона в грунт. У меня в теплице есть возможность посадить растения в грунт. Мы сделали вот такие вот короба, чтобы корневой не было очень холодно и чтобы растение хорошо росло, так как у нас теплица заглублена на 1,30 м в землю, и нижние пласты земли очень холодные, там находится глина. Мы ее выбрали на сантиметров 40, засыпали чернозем и сверху еще сделали такие вот короба по 30 сантиметров. И вот я посадила лимончик. Это у меня новогрузинский сорт лимона. Плоды у него классические, достаточно вкусные, приятные. Будет вот он у меня основой дерева. Новогрузинский лимон. Еще решила попробовать на ветке. Вот попрививать другие сорта лимонов. Здесь, в принципе, уже привитые они где-то месяц. Все зелененько пока. Листья кое-где повсыпались, но сам черночек зелененький. Пока еще ничего не тронулось в рост. Сам лимон только-только начал вот отрастать. Если даже здесь ничего и не получится, основа у меня есть. И это будет, если что-то начнет расти, как дополнение разных сортов лимонов. Особой надежды, что они все поприживаются и будут достаточно хорошо развиваться, нет. Потому что здесь не подбирались лимоны по силе роста, чтобы были одинаковые. Ну, по крайней мере, это вот, по крайней мере, я хочу сделать дерево, сад лимонов. Здесь не будет ни апельсинов, ни мандаринов на нем, будет чисто лимонное дерево с разными сортами. Такая задумка. Что с этого получится, посмотрим. Пока ничего не тронулось рост. Здесь вот тут есть цветочки. На нем нету ни одного плодика. Это может даже и хорошо, потому что пересадка в грунт. Для него это большой стресс, пока он укоренится, пока он приживется. Но все-таки пошел в рост, значит, пока он чувствует неплохо себя. И посмотрим, что с этого будет. Привьются, так привьются. Будет интересно, когда на одном лимоне будут разные сорта. А нет, то будет просто на грузинский лимон. Он у меня укорененный черенок. Здесь прививки нет. Он выращен из черенка укорененного. Так что вот такой вот у меня лимон. Надеюсь, что может вот какое-нибудь дерево сад лимонов. Всем спасибо за внимание. До свидания, до новых встреч.